Так, Алексей, стали часто забивать, разыгрались в этом сезоне, 6-й тур. И отличный результат сегодня, хэт-трик. Очень порадовали своих болельщиков. И в целом команда очень уверенно лидирует в чемпионате. Лидеры команды также отлично себя чувствуют в каждом матче. Забивают и Максим Сень, и Тиаго Кубик. Даже Луис Баптиста стал очень уверенно, влился в команду, очень уверенно стал играть. Это большая помощь вам в целом. И на данный момент сегодняшняя игра, результат 6-1. Есть что добавить? Да, буквально на этой неделе тяжело было играть, уже третья игра за неделю. Много травмированных, но мы собрались тех, кто есть, тренируемся, стараемся. Потому что прошлые две игры были, ну, скажем, чуть-чуть неудачные в плане обороны. Много пропускали неожиданно для себя. И на эту игру собирались так вот серьезно. То, что тренер просил буквально в защите сыграть на ноль. Самое главное было для нас, чтобы почувствовать опять уверенность, что в защите все в порядке. Так, конечно, доволен сегодняшним результатом. Спасибо всем ребятам. Все отлично, все здорово. Да, сегодня у вас на самом деле это получилось. Счет это очень хорошо показывает. Не дали вы сопернику разогнаться, не дали особо много моментов им реализовать. На самом деле вы установку тренера выполнили сегодня. И в целом хочется добавить, что от игры к игре вы добавляете. И тот момент, что в первом тайме вы в предыдущих играх не совсем уверенно, скажем так, себя чувствовали, сегодня у вас все получилось. Поэтому большое вам спасибо, поздравления с победой и до следующих встреч.